Купаются в живительном огне мои крылатые, пернатые подруги. Но вокруг меня такой холодный снег, такой холодный снег. А мы победить. Мы прошли через лагеря, и те, кто нас сажал, нас реабилитируют. Так? Когда мне задается тот же самый вопрос, как вы относитесь к палачам, я говорю, простите, у нас такой категории нет официально. Или компенсации выплачены людям, зато был закон о реабилитации, потом в хрущевские времена. В хрущевские времена человек, который отсидел, он должен был получить 2 месяца зарплаты. А если он был студент, как я, то я получил стипендию за 7,5 лет тюрьмы лагерей, причем страшные тюрьмы, я получил стипендию за 2 месяца. Правда, повышенную студенческую. Так? Вот. А люди, которые работали, зарплату за 2 месяца. Так? А вот в ельцинские времена уже возникла компенсация. Ты сидел столько-то лет, тебе полагается компенсация. Но размер этой компенсации невелики. Ну вот мне позвонила женщина одна из нашего общества, и она говорит, я получила компенсацию. Ну, это было там 3-4 года назад. Я говорю, а как вы распорядились этими деньгами? Она говорит, купила новый унитаз, и деньги кончились. Прикатила особая тройка, закатила в свои лагеря и заочно меня окрестила, вместо имени номер дала. И ходила я там стеная, ах, за что мне такая судьба? Я совсем ведь еще молодая, а на воле бушует весна. Но любовь тоже ходит по тюрьмам. Сохранение истории России – это дело каких-то немногих людей, энтузиастов. Само государство не занимается сохранением исторической памяти. Это как бы… А любовь в тюрьме светлей, потому что ей там больней. Воспоминания людей, которые были написаны вскоре после освобождения ими. Я прятал эти рукописи в деревнях, в 200-300 километрах от Москвы. Я очень много ходил пешком по России, в плену времени. И самая главная задача была, чтобы бабушки, которые там живут, где я оставлял рукописи, чтобы они не сожгли это в печке, потому что им дрова сырые, им надо растопить чем-то, а бумага очень хорошо, так сказать,
подходит для этого дела. Ну, надо сказать, что большинство рукописей, почти все, сохранились. Бабушки оказались сознательными.